Нормально. А чё, почему я не знал про трейлер СП5 вообще? Так его ж Гена еще выложил при этом. Ну, не на канале Гены, а его Гена сделал постом от лица сообщества. Ой, ну, блядь, от лица группы СП5. А у меня будет другой трейлер. Нихуя. Нихуя. Это Сид СП5? Ебать. Глянь, графон пролетел. Отразилось. А в чем СП5? В чем СП5? Блять, чел полетал, создал мир, блять, полетал по нему, и это трейлер СП5. О, вот это уже уважаю. Ладно. Вот это уже да. Это уже да, да, это так. Это у нас заседание было, и мы там в конце заседания фейерверки пускали. Да. Кого нахуй? Это скоро правда. А будет сцена после титров? Ладно. Так, ладно, по центре я вам в таком случае могу, наверное, спойлернуть. Заказали... Это, блядь. Сейчас по центре. Саска, это обязательно читать? Прям там интересно? Блядь, сейчас, секунду. Заказали логотип СП5, чтобы он появлял... Вот видели трейлер СП-зомбу? То, что в конце появляется СП-зомбу. Вот, короче, смотрите. Вот такое вот будет. А, нет, подождите. Вот такое с трещинками чуть-чуть. Сейчас. Еще, чтобы лишнего ничего не показать. Вот, вот такое заказали, и это будет анимированный логотип. Там будет эта циферка двигаться, насколько я понимаю. Вот как на Эспозомбу. Блять, а где... Сейчас, секунду. А я вам, наверное, не найду на Эспозомбу. Ну, вот этот вот чел... А, или найду. Подождите. Не помню. Короче, вот, вот чел, который вот такой вот сделал логотип, он сделал еще вот этот вот логотип. Но это логотип не на прям навсегда, хотя, может, если он приживется, пусть и будет навсегда. Он именно будет в трейлере, в видосе, который Nightingale уже почти снял. Он сказал, там вышло на 8, 9 или 10 минут. Вот трейлер, вот, и в конце там типа будет воодушевляющая такая фраза, и хуяк, и вот это вот будет появляться, он заказал анимацию, вот сказал, дожидаемся анимацию, когда доделают, он это все вставляет и уже будет готово. Предлагаю всех стримеров СП обязать такое в описании на Твиче поставить. Да не, нахуй надо, блядь, человек хочет стримить, хочет, он, блядь, так, он деньги дал, блядь. Человек деньги дал, чтобы играть на сервере, его еще и обязывать что-то делать, ты что, ёбнулся? Нет, конечно. Ты чего-то нового? О, заявка. Блять, соболезную. Я, насмотревшись заявок на разные сервера, тоже захотел куда-то заявиться. Но потом вспомнил, что СП это лучший сервер в Майнкрафте. И сделал эту просьбу добавить меня в приоритетный список игроков. Так, ладно. Следует начать с моих паспортных данных. Зовут меня Дмитрий, а годиков мне... Чё палишь? Кредиты захотел на меня оформить? Да. Не буду всем подряд свой возраст говорить. Ладно. Так вот, играю в Майнкрафт уже довольно давно и играл на СП4 середины сезона. Люблю заниматься редстоуном и фермерством. Вот, так. Город уже начал там проектировать. Дел я там не так много, потому что нельзя терять контент самого СП. Парень, я мирный. Мне хорош. Не было ни одной официальной судимости за все время игры. Не знаю, почему я счел за аргумент. Зачем мне и вам нужно, чтобы меня добавили в приоритетный список? Я собираюсь активно участвовать в жизни сервера и вести об этом видеоотчет. Возможно, даже стримить. Хорош. В подтверждение этого у меня на канале часто выходят новые видео. Хорош. Но мне нужен приоритетный доступ, чтобы еще больше участвовать в жизни СП
и изродняться невозможностью попасть на него. Также я хочу заснять первые минуты жизни сервера. А без приоритетного режима... Это хуёвое будет видео, я предупреждаю, это будет самое хуёвое, лагучее минуты видео. Нахуй оно тебе надо? Полагаю, будет довольно сложно это сделать. Что ж, в любом случае, встретимся на 5-м сезоне сервера. Всё, ты крутой, блять, короче, да, обязательно добавим, если будет это добавление, то да, добавлю, да.